я сегодня расскажу, что мы в лес провели новую жертву. Вот. Олеся будет сегодня ритуалы делать. Таких у нас еще не было. Да, таких у нас еще не было. Ну вот, загорелых ребят. Сейчас мы его зайдем подальше. Экзотика. Где настоящие дебри, где ели под снегом. И что-нибудь с ним сделаем. Накормим чаем, например, с пряниками. Смотрите, какая красота. Солнце светит. И везде, везде, везде снег. Наконец-то солнце появилось в нашей деревне. Видите, как прям ярко-ярко снег отражается. И тени падают везде. Красота. Нашли мы тропинку заброшенную. И по ней потихонечку идем. Натаптываем по старым следам. Мне очень нравится, как солнце светит через деревья и тени падают. Да. Олеся хочет передать привет всем нашим подписчикам. Скажи, подписывайтесь на наш канал. А зачем? И на наш инстаграм. Это плохой канал, там Ваня все подряд снимает. Как же плохие. Вот, вы еще подписывайтесь. Все, кроме Олеси. Ой, вот красивое место. Заброшенная железная дорога. Между деревьев такой длинный, вы знаете. Бабулька-лыжница дошла до сюда, нас увидела, испугалась. Пошла обратно лыжню натаптывать. Солнце уже намного ниже. Время обеда. Сейчас будем пить чай из термоса и печеньки. Так вот посреди леса стоят вагоны. А вот оттуда мы пришли. Тут бац. Просто вагончик. Можно на нем покататься. Попробовать его потолкать. Тверской вагонзавод. Станция Дверь Октябрьская. Что-то я совсем замерз. Реально, минус 15, минус 16. Борода мерзнет. Отвык я. Отвык от таких зимних походов и прогулок. А им нравится. Он как быстро. Быстро бегут. Вернулись мы. Вернулись мы в город. Ну что, дошли? Ваня вообще дохлик. Знаете, все, какой он дохлик, он первым сдулся, как обычно. Мы не прошли, там мы 2 километров, он сказал, все, я не могу больше идти, мне ноги заплетаются, ноги подкачиваются, я падаю, мне нужна зеленая стопка, я хочу перекусить. Я говорю, пошли дальше, он такой, нет, я не могу идти, все, тяните меня на себе. Интересно, Щей, ты как, вообще доволен? Классно, да. Красиво в лесу? Вообще красиво, надо каждый день 2-3 раза находить, очень классно. А не замерз? Хорошо, смотрите, да? Снимите его ботинки. Здорово, да, да, да. Вот человек приехал из достаточно теплой страны, жаркой, да, да. И нормально, хорошо. Красиво, да. Ну, она кофточка такая еще, как моя термобелье, вот такая вот толщина.